Министерство инфраструктуры совместно с Региональным фондом государственного имущества Украины в Одесской области предоставляет информацию по объекту приватизации «Спортивная база отдыха «Портовик», которая выставляется на продажу на конкурсной основе с открытыми предложениями цены по принципу аукциона, который состоится 18 августа 2017 года. Заявки принимаются до 10 августа. По вопросам подачи заявок обращаться в региональное отделение фонда государственного имущества Украины в Одесской области, которая находится в городе Одесса, улица Арнаутская, 15. Телефон 048-731-50-28. Стартовая цена 3 миллиона 736 тысяч гривен, что по курсу составляет всего лишь 144 тысячи долларов США. База находится на балансе государственного предприятия «Администрация морских портов Украины». Расположена она на восточном берегу озера Илпух. Площадь территории составляет более 4 гектаров земли. В состав базы отдыха «Портовик» входят 3 спальных каменных корпуса площадью более 900 квадратных метров. Павильон для отдыха. 2 ангара для лодок и катеров общей площадью более 300 квадратных метров, 11 беседок, отдельные домики для отдыха, мангальные зоны и многое другое. Уникальная природа и комфортное проживание сделают отдых незабываемым для самого требовательного посетителя, где каждый почувствует тихую и уютную атмосферу живописного Бессарабского края. Тут и прекрасно оборудованные детские площадки, солнечный пляж, миниатюрный бассейн и множество уютных беседок для любителей уединенного времяпровождения. На базе «Портовик» созданы условия для любого вида отдыха, где каждый найдет себе занятие по душе. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 731 50 36 728 72 62.